В Белгородской области сбит самолет Ил-76, которым управляли пилоты, служившие в Оренбургском военном транспортном полку. На борту, помимо шестерых членов экипажа, были 65 пленных украинских военных, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Погибли все. Украинские СМИ сначала сообщили о том, что Ил был сбит украинскими военными силами, но вскоре начали удалять эту информацию. Минобороны Украины не берет ответственность за крушение. Минобороны РФ же заявила, что самолет был сбит ВСУ. Экипаж воздушного судна увел борт от падения на территорию села Ябланово Белгородской области. За то, что военные не допустили гибель мирных граждан, весь экипаж российского военно-транспортного самолета будет награжден посмертно. Известно, что все погибшие летчики служили в Оренбургском военном транспортном полку. Они должны были вернуться после командировки в столицу нашего региона. Губернатор Оренбургской области Денис Пастер, выражая соболезнования семьям погибших, назвал их поступок подвигом настоящих героев. В Оренбурге организован стихийный мемориал. Жители несут цветы к самолету возле авиагородка, чтобы отдать дань памяти летчикам. В храмах прошли панихиды.